Улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, к 70-летию Победы продолжают приводить в порядок. В преддверии военно-патриотического праздника «Открытое небо» стартовал ремонт улицы имени полка Нормандии Неман в районе гарнизона. Так как участок дороги узкий, работы ведутся преимущественно ночью. Верхний слой асфальтового покрытия на основе гранитного щебня, что должно обеспечить особую прочность. Кроме проезжей части, запланирован также ремонт наиболее поврежденных частей тротуара, а также обустройство разворотного кольца общественного транспорта. Благоустройство участка длиной 0,5 километра обойдется бюджету города в 8 миллионов рублей. Мы специально сюда с подрядчиком выехали для того, чтобы решить вопрос с водооттоком. Уровень здесь, с учетом того, что ливневой канализации нет, поэтому надо решить вопрос, чтобы тротуар не погружался во время дождей, не было подтопления участков. Большие серьезные были проблемы, связанные с разворотным кольцом, где разворачивается общественный транспорт, наконечная остановка 7-го маршрута. И сегодня мы нашли решение, там сделаны водоотводящие лотки, проложены, сделан новый пешеходный переход. В принципе, действительно, этот район становится более благоустроенным.